знаю, чтобы все было нормально, чтобы не было дропов. Так, вроде бы дропов нету. Закурим вредную сигарету. Спать-то хочется, ядрен матрен, блять. Why? За что? Why? Люлю. Так, ладно, будем надеяться, что дропов не будет. Играть в плей... Ну, блин. В жопу ваш пролог. Так, как вы поняли, что это Dead Island Epidemic. Ядрё матрёна, закрытая бета. Слава богу, её хоть стримить можно. Так, аудио. Аудио немножко. Чутка потише сделаем. Думаю, да. Я тут нихера не понимаю. Я тут ничего не знаю. Допустим, инвентарь. Check your weapons. Весло. Круто. И какой-то самопальный дробовичок. Зашибись. Магазин. Допустим. Что ты мне показываешь? Купи какую-то овцу. А если я не хочу овцу никакую покупать? Ладно. Так и быть. Купим. Раз говорят купить, значит купим. Так. За кого погамать? Бенч, где можно творить чудеса. Науки и техники. А там зомбяк стоит. А чего вы не убили? Ну ладно. Чёрт бы с ним. Короче, это РПГ. Как вы, наверное, уже знаете. РПГшечка. Веселая. Управление, конечно, нет, это непривычное, потому что здесь на идет управление на WASD. То есть не мышкой управляешь, а мышкой только бьешь, получается. Тут, честно говоря, очень неприятно. Ладно, черт бы с ним. Давайте, мать его, плей. Пролог. Hard mode нет. А чё, типа, больше ни во что нельзя поиграть, что ли? Да ты гонишь, слушай. Back to... А чё это за back to? Back to ту-ту-ту-ту. Блин. Ну, давайте. Hard mode. Не, hard mode нам нахер нужен. Это, походу, удержание. Давайте поиграем. Классно так свернулась и обратно раскрылась игра. Вообще просто. Позыркаем. Я, конечно, пролог прошел, но, блин, не знаю. Будет ли вам интересно смотреть на этот пролог? Я черт его знает, честно говоря. I'm John Cinnamoy, a survivor of the undead massacre on Benoy. Where regular people became blood-crazed monsters. Понятно, что здесь ни хрена не понятно. Are you okay? Yes, I'm okay. I'm very fucking fine. То есть что-то вот типа того получается. Ну, на левую кнопку мыши это стандартные ударчики. Она подтормаживает или меня что-то глючит? Все-таки все нормально. То есть, типа на правую это сильный удар. Здесь копится ваша рага. Потому что звездой по башке. Так от души вообще сильненько. Здесь потом переключение между оружиями, но пока оружие не добыл. Здесь на букву С. Как вы можете заметить, вот здесь вот. То есть вы можете переключаться. Бревно, а, кидаешь бревно и типа всех станешь. Сколько я помню. Вот так вот, короче. Ах ты ублюдок! Бастардо! Сволочи. Ну, бревнышко кидаешь, ты начинаешь всех станить. Это удар размахом получается.
То есть перед вами оказывается такое маленькое поле, и задевать типа ауешка, короче, скажем так. Базиба. Спасите Эмбер. Ей. Мы спасли Эмбер. Так, мы спасли Эмбер. Я понимаю, что все это великолепно. Дропов, по идее, не должно быть. По идее. Но я не уверен. Так вот, переключаемся на огнестрел. Супер. В этой игре надо будет еще разбираться и разбираться. Управление просто ужасное. Да хрен я такое правильно был придумывать. Зачем? Кому это надо? Кого удивлять в наше время? Хрен не знает. А, черт. Тут прокачать. О, сейчас как раз ешка. Норм. Да, походу должен стрим лагать или не должен лагать, я вообще честно говоря даже не знаю. Запись будет лагать, будет хреново. Надо будет загружать же ее на YouTube, как-никак. Сейчас надо будет отбиваться. О, вообще огонь. Все, раку накопили, можно бить. Не надо бросать курить, короче. Долго нам еще идти. Боишься загореть, что ли? Зомбик такой лежит там чисто. Под зонтиком. Это решил погреться, походу. Левел ап. Куда нам идти-то, ё-моё? А, нам чуть-чуть осталось. А, вообще, честно говоря, по-моему, пришили, что это такое. Алло, алло. Я водитель Энлова. Бейте меня, гады, давайте. Ближе, ближе, твари. Крутая ачивка. Ачивка, это хорошо. Ура, это что такое? Ну, потом разберемся, что это такое. Бьем вручную, давайте огнестрелом, что ли. Не знаю, что как лохи. Опаньки. А, ублюдина, уйди. Уйди, твари, уйди. Вандалы, бей их. Черт. Стухни тоже, твою мать. Скорострельная пушка. Типа курок. Походу это все in the end. Нажимаем на иксик. Ух ты ж. Вот это пузанчик. Ну типа все. What the fuck? А, во. And open!
Опа. Рецептик. Что-то еще упало. Тут что, тут очень хорошо. Так давайте-ка еще раз заглянем. Посмотрим, что все пишется. Блин, я не понимаю, вот здесь вот вроде бы лагает, и вроде бы не лагает. Я, честно, вообще хер его знает. Ладно, потом позырим, что как. Так, просто решил не записывать этот, как обычно, игру, то есть решил, типа, в виде стрима это запилить. Что, не знаю, как бы быстрее, тем более, грузится на YouTube, и просто... Не знаю, почему, короче, просто я решил сделать так. Ладно, хрен бы с ним, давайте погнали к нему другой режим. А хотя нет, давайте посмотрим, что у нас можно в бенче сделать. О, крафт. Блин. Черт, не можем сделать. 192, витальти. А чего не хватает? Как много чего не хватает-то, матерь божья. Ну ладно, посмотрим в инвентаре, что у нас еще. Check your weapon. Мы это уже видели. Комсоблес. Что такое? А, хилки. Поэтому. Parts. Ладно, потом это разберемся уже. Я не знаю. Возможно, разберемся. Что я хер его знает, что здесь вообще надо делать. А, инвентарь мы здесь уже были. Давайте, не знаю, может... Чутка графончик можно снизить тут или что, или как, или вообще, или что. Тут все на максималках, давайте... Блин. Короче, ладно, хрен с ним, если даже лагает, то, блин, уж извините, ё-моё, блин, то, что снижает, как бы, блин, графон, как-то, не знаю, это не по-человечески. Enter the lobby. Leave lobby. Ready. Invite. Кого invite, ё-моё? Пойдем с кем-нибудь рубиться, короче. Позырим, чё, как оно там вообще. Каково оно? Я взял здоровичка, я не взял тёлочку, потому что... Извините, не тёлочку, а девушку. Тёлки в поле пасутся, как обычно говорится. Так, надо бы, наверное, уже наушники можно отключить. Зарядки. Просто мешает. Не люблю провод, когда висит. А, понятно. Invite friend. Френдов сейчас никто не играет. Давайте еще раз. Попробуем найти пати in the house. Фига себе, конечно, народу нужно, пипец. Блин, ну чё вообще-то, какой-то один лопух не принимает, и всё, и, блин. Ужас какой-то, ужас. Ну, слушай, полторы штуки, круто. Давай, пати, пати, ищись, давай, большое и маленькое, давай. Давай! А, мне этот ключик на бета предоставил любезно мой друг. Антоха, большое вам за это спасибо. Игра, по сути дела, прикольная, что-то новенькое. Тут Диабло уже надоело, уже сижу который день играю, никак не могу нормально одеться. Ну, не то, что никак не нормально одеться. Есть 1 700 000 урона. Ну, не знаю, то есть дальше эти вестизани идти смысла нету в Диабло. Если кто разбирается в Диабло, тем будет понятно. То есть никак одеть не могу, то есть шмотки вообще не падают. То есть, я, ну, по сути, я весь в легендарках, но... Шмот, который давал бы плюс к урону там и все в этом духе, такого нету. Походу придется что-нибудь мутить, там балансировать между
уроном здоровьем, там как-то, не знаю, все это подбирать, ну, короче, геморрой дофига. Че никто не играет-то, господи, ребят, выходные, ё-моё, суббота же. Все гуляют, что ли, на улице улыбка прохладненько, даже дома холодно, даже ноги замерзли. То, что везде форчики, окна открыты. Надо будет закрыть вообще их. Так, позырим. Позырим. Ну, не знаю, то есть дальше эти вестизания идти смысла нету, где... Ну, вроде нормально, все пишется. С легкими подлагиваниями, блин, вот это у меня вообще... Да игра сама подлагивает вроде бы. Все, я в глаза не долблюсь. Так, ну, пацаны, ну вы чё, ё-моё? Давайте, где народ, мать вашу? О, аллилуйя, давайте, принимайте, давайте. Бодрее, веселее, бодрее, давайте. Чё как сонные мухи, ё-моё. Ну, блин, давай, последний посох, давай, я в тебя верю, давай, ты сможешь согласиться спать и пойдешь рубить всех в щи, в мясо там и подобную хренотнёй страдать. Блин, ну чувак, ну реально 9 секунд, ну. Да вообще, ой. А это, наверное, я дебил, блин! О боже! Это, кажется, я придурок! Ой, блин! Черт! Ой, боже мой! Ой, я слепая скотина! Ой! Из всех ребят нормальных, адекватных, только я как дебил не принял! Блин, ужас вообще! Ужас, коллапс! Чё там такое? Чё? Blue Team, Yellow Team, Green Team, что за твою мать, Orange Team? А, тут Тима на Тиму! Ахреневантус. Всё ясно, понятно. Он тут, пацаны тут, смотрю, уже мальца одета. А я ни хрена не одет. Ну чё, когда мясо? Кажется, мы сейчас сосалити сделаем. А, черт. Тут же можно прокачать. Неудобно вот то, что вот на... О, отсчёт пошел. 5, 4, 3, 2, 1 и... Гоу! Вперед, нигеры! Простите, не все нигеры, которых я, может быть, оскорбил таким образом, но... Блин! Погнали, let's go! Управление говно! Ненавижу такое управление! Сейчас обряд! Так, мы должны захватить какой-нибудь... Ни хрена себе! Давай, набирай рагу, давай! Жирная скотина, получай! Твою мать, получай станом по башке! Давай! Ребят, ломайте все к чертям собачьим! Блин, а игра-то веселая, ёптись! Давай, долби! Левел ап, твою мать! Ну же! Да, мы должны хотя бы успеть хотя бы один флаг захватить. Еее! Погнали. Тут ты еще стоять будешь, скотина! Охренеть! Побежали! О, черт! Куда там уполз так, я чуть не понял. А! Блин, спасите! Спасите, мать вашу! Фух, твою медь. А, блин, вообще огонь. Давайте, быстрее.
Слушай, походу вообще еще никто не дошел, ё-моё. Блин. Давайте, 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 ломаем херам собачьим все здесь. Не дайте меня бить. Я полудохлый. Давай, 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 давай. Еще чуть-чуть, еще Децл остался вообще. Капелька. Погнали, погнали. Так, надо подлечиться. Левелап. Левелап — это всегда хорошо, это всегда как раз кстати. Это всегда камильфо. Что делать, ребят, я не знаю, давайте что-нибудь. Мы мутим, я аж не знаю, что тут делать-то вообще. Вообще, как бы, если не при делах. Я не я, и жопа не моя. А мы типа точку занимаем, да? О, фак, нафига ты его откинул? Короче, игра вообще так бодренькая. Не знаю, можно сейчас ли ключ как-то получить, но, ребят, если удастся, то, блин, вообще, вам повезло. Ух ты ж! Ух ты ж! Вот это бодислэм! О, да, левел ап. А, черт, черт, черт! Блин, меня завалили. Блин, я даже не заметил. Тут ребята какие-то прям посерьезнее, у них такие пуханы там, вся фигня. Так, ладно, ладно, окей, ок. Знаешь, что меня напрягает? А, то, что вроде бы там оранжевые как бы захватывают, да, а ты вот типа стоишь здесь и вот не знаешь, что делать. Давай, хренач, говно, давай, давай! Блин! Ну почти, почти удалось, скажем так. Давай, 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 быстрее, 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 респаун. Берем пухан. Не, мне кажется, мы эту точку уже не отобьем. Что нам надо, наверное, туда бежать. Не знаю. Ну, ребят, у нас вообще какая-то жопа тут. Let the game. Сейчас к нам сюда придут, жопу нам надирать. Что-то игра подглючивает, подлагивает. Так, смотрим, чтобы никого не было. Давай, 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 нужно захватить, нужно. Мы обязаны это сделать.
ты ж, вот это... Вот это был напас, всем напасом. Еее, захватили, аллилуйя. Так, давайте побежим теперь обратно к нашим товарищам. Думаю, надо помочь захватить точку. Да, то есть будет у нас две точки, у синей команды одна точка. И у оранжевой три точки. Ни хрена себе. Короче, пока мы тут пинали друг друга с другой тимой. Оранжевая тима втихаря взяла, короче, ты взяла три флага. Ты чё, нормальный ход, нормальный. О, нормально, как жопа такая торчит. Еее, шикарно. Огонь. А тут типа басянский. Воу-воу-воу. Давай веслом его по башке! Еее, вообще огонь! Тима просто божественно. Я как-то странно, go back. У меня вопрос, а чё я так быстро бегу, блин? Я не понял, чувак мне написал, короче, написал мне, чтобы я стоял типа здесь, я хрен знает зачем. Я вообще ни хрена не понимаю, чё он там от меня хочет. Я почему-то очень медленно бегаю. А-а-а, сбросить! Ё-моё, точно, надо просто сбросить, поэтому медленно бегал. Пресс X, всё, бро, понял. Так, слушай, ну мы на втором месте, на третьем месте у нас получается кто? У нас синие. А, пойдем синие бомбить. Такая маленькая тактическая игра. Блин, огнестрел у меня просто ужасен. Давай. Так, давайте поработаем веслом. Это будет третья точка. Блин.
О, зашибись, еще одна ачива. Круто, 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 круто. И да! Да, 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 зачет. Побежали обратно. Блин, вот так весело так. А с друзьями, наверное, еще веселее играть. Поскольку у меня сегодня все в оффе находятся. А, you son of a bitch! Bloody scavengers are on us again. Ублюдок! Вот это было больно. Блин, опять захватили нашу точку. Козлы. Ублюдки. Так, а там у нас что, босс, что ли, находится какой-то? А, козел! Блин! Забирают, забирают! Блин, блин, блин. Ну чё, походу в ОФК стоит, что ли? Да, походу в ОФК. Козёл. Блин, ну все, ну жопа. У нас один отвалился. Короче, мы всосали тебя. Да, ну все, мы всосали. Блин, меня даже на базе убили. Ужас, ужас. Начнем с того, что оружие говно и вообще, то есть, ну что это такое? Ну да, мы походу проиграли. Захватить, конечно, сейчас, но я думаю, это не венчается удачей.
Блин. Ну чё ты, ё, может ты поможешь мне? Ты слоупок-то. Блин. Goddammit! А, ну все, да, мы проиграли игру. И что в этом случае делать, я не знаю, но ну, проиграли уже. Сейчас там прибегут стопудово. Толпа, блин. Чувствую, конечно, сейчас всосалити сделаем, но ладно, хоть приятно было поиграть. Ах ты ж твою мать! Ау! Отпусти меня! Скотина! Go to the base! Как-то прям не знаю. Unreal какой-то. Бегать тут. Уже стопудово просто не выиграем. А база захватывать вдвоем, когда у тебя два отвалилось чувака, то есть вышли из игры, не знаю, это какой-то бред. И мы умираем, да. Бегать тут. База захватывать вдвоем. Ну, я не знаю, то есть. Да, чуть осталось. В принципе, как бы что и вровень идем. Ну, во-первых, надо 4 рыла бегает, а у нас всего лишь 2. Что не может радовать. Поэтому идем на старую индейскую хитрость. А, вот. Давай, давай, отбивайся, отбивайся. Так.
Сейчас они прибегут нас, конечно, хреначить по полной программе, но мы попробуем подойти к другому флагу, то есть взять именно вот этот флаг. Фир! Ура! Ой-ой-ой, идут. А, все, да, они выиграли, короче, мы всосали. А, ну, чё поделать, зато хоть какой-то опыт теперь в этой игре более-менее есть. Три ачивки! Ужас. Ох, сколько ачивок-то, ё-моё. Ножичек. Шикардос. Дубинка у нее сколько? 159. Па-па-па-па. А это нельзя создать? Нет, пока еще нельзя создать. Так, тир первый у нас получается. А для этого чего нам не хватает? Для этого нам не хватает. Да хера чего не хватает. Тем более тир второй. Здесь у нас 159. А, черт. Так. Заходим в инвентарь, смотрим, что у нас. А сколько у нас у нашего весла? Мне, слушай, то круче, конечно. Ну, мало ли, просто надо было проверить. Крафтим! Зашибись! Заходим в инвентарь. Веди на The New! Click to open boost menu. А, типа можно прокачать. Прокачалите? Сделать. Теперь надо вообще вдуплить, как сюда вообще вот в этого кекса вставлять. Давайте, допустим, in lobby. Нужно квипнуть. Стоп. А, этому тоже можно кекс. Квип надеть. Зашибись. Так. Блин. Все пишется нормально, да? То есть, что нам сейчас надо сделать? Сделать. Хотя нет, давайте. Еще одну такую сгоняем, игрульку. Позырим, как оно. Надо не забыть нажать ready. А то, блин, в прошлый раз лоханулся жестко. Орал на какого-то чувака, сам орал сам на себя. Такое тоже бывает. Самобичевание — это нормальная тема.
Repair, типа автопочинка стоит. А ну пусть стоит, господи, чё. Так вот, тут теперь я не виноват. Два чувака не приняли, я не виноват в этом. Давайте. Леди. Уже третий левел, это хорошо. 1400 силы. Это будет больше, что это вообще ни хрена, вообще фигня вообще какая-то. 1400 силы. Давайте все-таки. Мейкинг. А, черт! А, я думал, меня выкинул. Я же, блин, чуть с ума не сошел. Вчера я заходил, меня вообще выкинул из игры. Это вообще очень печалька. Я не знал, что делать. Он начинается сразу же. Как-то прям пошустрее смотреть. Главное не всосать, и вообще все будет просто замечательно. Типа, такие скиллы, Q-R, Q-E-R, F, почему F, хрен знает. Типа, последний тип ульта. Побежали! We're here to bring in the goods, but also clear out any hostiles in your path. Once the barricades are down, ooh, какой урон-то дерьмовый. Боже мой, что я сделал? God damn it! Твою медь, что я сделал? Что я сделал? Я не ту пушку взял, вообще не то оружие, походу, взял. Save me! Двое отвалились сразу же, вообще нормально. Чувак тоже в шоке. Охренеть. Ну, короче, нам уже обеспечен фейл. Плюватронщица. Так, у меня, походу, должно быть тогда, получается, тяжелое оружие, я типа как танк, там вся фигня, там вообще, имбирь и прочее. Прочие няшности. Блин, ну слушай, нет, так царапать это, не знаю, полтора года будет. Да, что-то я не то взял, короче. Что-то все очень плохо. Блин, не то оружие еще взял, вообще фейл. Чувак, наверное, сейчас думал, два отвалили, два чувака просто отвалились нафиг. Блин, еще один дебил, ему с какой-то пукалкой вонючей, которая нафиг ему не нужна. Парень, наверное, что-то шокирует. Там уже берут базу, блин, а мы все. Ужас! Ужас! Ура, блин! Твою мать! Ужас просто, реально ужас. Бездарный сволочь. Я, короче, я просто бездарная скотина.
пошли базу захватывать, я уж не знаю. Ждут гости. Не, урон вроде как пободрее уже идет, но все равно не торт. Чувак дохнул с автоматиком. Автоматик можно подобрать? Нет, нельзя, но печально. Come on! О! Ачивки! А, фак! Савана бич! Dead skill, bitches! Слушай, иди отсюда, петушок, ё-моё! Ах ты ублюдок! Бич! Фак! Блин, я сейчас сдохну, короче. Короче, да, я сейчас сдох. А! Меня убили, все, я еще потерял сундуки, вообще охренеть. Все очень печально. Все очень печально. Я сдох, у меня почти кончилось кофе. Все, жизнь говно. Блин, вообще ужас. Ужас. Ну, видите, то есть зато можно будет сразу понять, что нужно играть именно с друзьями. Потому что знаешь, что они не липнут нифига. Потому что друзья это друзья. Все они даже будут собираться уходить. Они просто не сделают так, что просто останется один нахрен. Блин, не знаю, здесь месится. Как и шаг какой-то. Ой, ладно. Сейчас нас здесь еще поимеют, я более чем уверен. Блин, с эфиром, слушай, она заколебала, ведьма. Да вы охренели, что, слышь, чайки? Дичь, ё-моё. А, как тут что юзать? А, меня убили. Кошмар, кошмар. Поимеют, я больше чем уверен. Так надо бы все это... Слушай, она заколебала, ведьма. Ужас, ужас. Блин, да вы охренели, что, слышь, чайки? Ой-ой. Ой-ой. Забыл сценку включить, ну ладно. Не, ну это жопа, мы слили. Стопудово. Someone's beaten us to it. There are scavengers about. We're not gonna lose this one. After him. Я взял не то оружие, два чувака отвалилось, ну вообще, короче, ужас. Хуже только книга Стивена Кинга. То, что он писал как бы, хоррор, а не то, что он ужасно писал. Thank you.
Да ты слышь, да ты заманала. Тварь, да ты хорош уже, слышь. Баньки, приехали. Приехали. А, фак! Сейчас я еще и сдохну. Жизнь говно. Хотел, чтобы еще какие-то зомбаки убили. Блин, только одна точка. Ужас, просто. Просто ужас. Чтобы быстрее все это дело произошло. Я пока скиллы юзать не буду, потому что сейчас прибегут нам товарищи из оранжевой тима. Гадалки прям не ходи. А что за скилл-то получается? Там 70%. Что, две точки есть, каждая команда по две точки, но смысл, то есть, толку-то, конечно, от этого маловато. Не знаю, что делать, конечно. Зомбаков, походу. Я чё, даже не в дупле. С них-то сундучки какие-то падают там. Попробуем здесь захватить, но я думаю, все это будет тщетно. Все попытки. От меня толку, походу, тут вообще ноль. Чувак, тут вообще имбирь, походу.
5 сундучков, у него... Блин, ни хрена себе, у него 14 получается. Ну, чтобы он туда валил на базу. Так, ура! Что нахрен отсюда? Там, в принципе, босс ходит. Можно, конечно, к ним подойти, но... Я думаю, это бессмысленно. У нас 40 в кармане. И мы все равно не догоняем никого. Он падает, попробуем, может завалим, может мне просто этого тупо никто не бьет. Хотя я сильно сомневаюсь в этом. Блин, ну слушай, в принципе, попробовали как-то отбиться, конечно, но... Я думаю, это все тщетно, конечно. Все тщетные попытки что-либо сделать. Блин! Соответственно, не знаю, после того, как поиграю в эту игру, то есть здесь будет больше опыта у персонажа, то есть будет новое оружие открываться, все в этом духе, поэтому это все не просто так, даже если сейчас проигрываю. Да не, отбиться это какой-то Unreal будет. Someone's beating us to it. There are scavengers about. Not gonna lose this one. After him. Ох ты ж, ни хренашеньки себешеньки.
about to reach their goal. Get them! Блин, чуть не сдохли, конечно. Чувак чуть не откинулся, вот это вот эпично. Ну, по сути, считай, чувак вообще один играет. То есть, ну, я как бы вообще, считай, не в счет. Блин, если даже вдвоем, получается, и то уже больше половины сделали. Это охрененно. Парень не пальцем деланный. He's gigantic and out of control. Quite a prize to be one if you ask me. Это дубинка, а арматура какая-нибудь. Что я как бы, получается, тяжелый. Как бы, скажем так, тяжелый боец. Да, все, мы тут всосали тебя. Уже стопудово, то есть, блин, 4 сотни не набрать. Справиться. Я не думаю, я в этом уверен. Look at the size of him. Time to take him on a grand tour. Я убил босс! Черт. А что, он там не захватил, что ли, получается? Вообще великолепно. А что, оттуда ушел-то ядром, а потому что он захватил? Вот, блин, вообще пиздец. Чувака просто логика зашкаливает. Интересно, он еще и сам сдох. Собрали дофига всякого говнища. Да. Печалька. Грусть, печаль, тоска.
открываем. Понятно. Кистевые. Да, кисти. Ой-ой-ой-ой-ой. Я до сих пор не могу сделать. Понятно. В лобби. Идем. Heavy weapon. Ну, heavy weapon, это мне все-таки нужно вот этот. Это бревно. Что другое бревно мне не подходит. Блин. Ой-ой. What the fuck? Ну ладно. Пистолетики. Па-па-па-па-па. Смотрим оружие, по оружию у нас ни хрена нету. Здесь у нас есть аптечки. Уже хрень одна у нас, товарищи, хрена тень. Блин, ну почему не переключается, сволочь? Сволочь. Сделаем тогда проще, чтобы можно было. Блин, что-то я не то сделал, ладно. Что, один хрен не хочешь смотреть? Обоссаться можно. Ну ладно. Фулскрин. Так, ну чё, пожалуй, пока можно на этом остановиться. Хотите выйти? Да, я хочу выйти. Попозже опять начну стримить.